Ребята, всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Ну что, ивентик Fuels Gone, топлива нет. Сегодня посмотрим. Так, какие награды, интересно, там будут у нас. Так, 500 очков не видно, 200 не видно, ребят, 50-20, соответственно, тоже нет. Но это, скорее всего, из-за того, что у меня уже эти награды есть. Наверняка какой-нибудь скин. И что еще может быть? И все, наверное, ребят. Либо персонаж... Еще, наверное, да. Ну, короче, краска с водителем, скорее всего. Так что пишите в комментариях, у кого светится что в сундуках, пишите обязательно в комментариях, какие там награды. Так, ребят, 4 билетика есть. Ну-ка, следующий заезд. Бла-бла-бла. Так, драйв. Что, ребят, баллы за соревнованием. Ага, понятно. Ну что, запускаем? Или нет, Fuels Gone, топлива нет. Так, ребят, честно говоря, не помню, с чем это связано, этот ивентик с чем связан. Ладно, давайте сейчас запустим. Наверное, максимально далеко нам нужно проехать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, соответственно, нам придется ставить немножко другие детали. Немножко другие нам детали, соответственно, надо будет ставить. Так, какие детали? Ну, зимние шины по-любому поставим. Так, ускоритель дым. Вроде как он называется еще. Это штука, которая при... Когда у нас начинает заканчиваться топливо, ребят, он начинает срабатывать. Соответственно, его тоже поставим. Вообще, может, зимние шины нам придется и убрать. Заместо них поставить что-нибудь другое. Потому что здесь вроде бы... Дорожка довольно-таки ровная, и, соответственно, зацеп особо-то и не нужен. Так что, ребят, ну давайте в гараж перейдем. Сейчас детали, второй вариантик настроим с вами. Фастом. Монетный ставим. Этот ставим и, соответственно... Блин, а почему я на раллийной тачке гоняю, вы мне скажите? У меня же есть более мощная тачка. Либо на суперкарчике еще можно. У меня есть еще этот супербайк. Второй вариант. Раз, два. Блин, топлива здесь нет. Зачем я его ставлю? Тоже не вариант, ребят. А, вот ускоритель дым. Его надо ставить обязательно. Ну что, поехали. Все. Минута остается у нас. Сейчас попробуем проехать дальше, чем на раллийной тачке. Но по-любому мы проедем, наверное, дальше. Должны, по крайней мере. Если не разобьюсь, то проедем дальше, ребята. Так. 400 метров есть, а сколько у нас рекорд был? Топливо начинает заканчиваться. Блинский. Ага, вот здесь мы в тот раз с вами разбились. Давай, малыш. Давай, хоть чуть-чуть капулечек. Давай еще протяни. 693 метра. Минус 139 метров. Что? Как так-то? Подождите, я не понял, а почему я проехал меньше, чем на раллийной тачке? На раллийной тачке у нас получается топливо на дольше хватает, что ли, чем на супербайке? А, что за бред? Что за бред? Я что-то не понял. Можно было еще, наверное, на супергарчик попробовать. Так, ребят, хорошо. Ну, у нас уже времени нет. Ладно. Только вот реально что-то я не понял, почему у нас на раллийной тачке, точнее на супербайке, так быстро закончилось топливо. Я думал, мы проедем на нем дальше, чем на раллийной тачке. За счет скорости. За счет ускорения. Короче, за счет мощности. За счет скорости, скорее всего, не за счет мощности. Потому что все-таки супербайк у нас быстрее едет. Так, хорошо, давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Блин, а почему топливный ускоритель стоит у нас на раллийной тачке, ребята? Это же бессмысленно, потому что здесь топлива-то нет. Да, слот занял только зря. Лучше реально поставить либо зимние шины, либо магнитик, чтобы мы с вами присасывали к себе монеточки и ехали чуть-чуть быстрее. У нас же стоит все-таки монетный ускоритель. Ага, докатились. До сюда.
и все. 886 метров, ребят, вторая позиция пока что, но это все ерунда. Соответственно, это надо убрать и поставить за место нее. Что мы с вами поставим? Давайте, знаете что? Ускоритель приземления, почему бы и нет? И поехали, у нас еще 1,5 минуты есть в запасе. В запасе у нас 1,5 минуточки. За эти 1,5 минуточки мы сейчас с вами поставим новенький рекордик. Так, пользоваться тоже надо ускорителем при приземлении. Че я его поставил-то опять-таки? Надо деталями пользоваться. Если они стоят, надо ими пользоваться. А если ими не пользоваться, зачем они тогда нужны? Ай, сработало. Отлично. Сработало. Блин, ты че, серьезно, что ли? Ты че начинаешь заканчиваться опять? Ребят, что с дела-то? На этот раз у нас опять что-то не получилось. Давай, малыш, давай, 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 давай. Немножко дальше, чем в тот раз. Ух ты, мы какого-то американца даже обогнали. Ребятушки, мы едем дальше. Здесь по-любому кто-то есть. Я его чувствую, я чувствую его запах. Блинский, 1000 метров ровно. Кто-то проехал 1001. Блин, 7 очков всего лишь. Так, они издеваются надо мной, ребят. Так, а что мы тогда с вами будем делать? Давайте-ка все-таки зимние шины, классический вариант вот такой вот оставим. Блин. Что я туплю? А где мой ускоритель дым-то? Ё-моё. А? Где он есть-то? Вот он, ребят. Опять что-то натупил. Короче, 6 очков, 40-я позиция. А сколько? Ну-ка, ну-ка. Тут какой-то ивентик вообще безумный, ребята. Тут каждый метр будет играть очень большую роль. Это капец. Да, других слов нет. 500 очков. Ну, за 500 очков я точно не буду бороться. Но за 200 очков, вот за чемпионский сундучок, в принципе, можно попадаться. За 5 дней это можно накопить. Ну, конечно, кристаллик в любом случае придется потратить. Но ничего страшного. Блин, ребят, все неудачно. Давайте не будем терять время. Один косяк, и уже все, надо перезапускать. Так что не будем терять время. Вот здесь бы удачно пролететь. Нам бы, кстати, здесь, возможно, крылышки бы тоже пригодились. Крылышки очень бы даже, наверное, тоже пригодились. Так, а на супербайке здесь точно делать нечего. По этим горам ездить, ну, вообще не вариант, ребята. Что получается-то? У нас опять это, в этом ивенте будет в лидерах раллийная тачка, ребят, получается. Да. Прошлый ивент у нас лидировала раллийная тачка. В этом ивентике тоже у нас лидирует раллийная тачка. Что ж ты будешь делать-то? Сколько можно? На суперкаре, наверное, тоже не вариантик. Наверное, не вариантик на суперкаре ездить. Хотя попробовать бы можно было бы. Слушайте, а на танке? Не, на танке тоже, наверное, не вариант. Так, 6-я позиция, 9 очков. Давайте-ка еще попробуем. Давайте еще попробуем. Немножко подальше, может, все-таки получится проехать. Слушайте, зимние шины может все-таки поставить за место монетного, потому что зимние шины дают сцепление с дорогой очень хорошее. Возможно, монетный ускоритель бы нам стоило сменить. А вот ускоритель дым нам все-таки надо оставить, наверное. Блинский. Потому что он неплохой импульс дает, когда у нас топлива совсем нет. Блин, ребят, ну что за дела-то, а? Ну опять. Ну опять, смотри, наша тачка скорости сбавила. Нет. Выход. Так, давайте быстро сейчас думаем, что будем делать. За место давайте зимние шины вот так попробуем. Там терять нечего, в принципе. Остается 30 секунд, наверное, этого достаточно, чтобы нам до конца добить наше топливо. Вот здесь вот замешкался немножечко. Не, ну зимние шины зацеп дают, и наша машинка ускоряться должна быстрее. Так, ребят, половина топлива закончилась.
Ровно 15 секунд остается. Как раз, наверное, должны мы с вами израсходовать топливо успеть. Или нет? Блин, все-таки не успеем. Обидно. Обидненько, обидненько. Так, 16 позиция, 8 очков. То есть здесь у нас, получается, опять будут лидировать, знаете, какие. Вот тачки будут, раллийная тачка будет в лидерах с максимально прокачанными деталями. Слушайте, а что мы можем с вами? Коробка сцепления, турбомотор. Здесь нам ничего трогать нельзя. Здесь все по максимуму должно быть. Соответственно, здесь какими-то штучками надо поиграться. Так, это Макс ускоритель дым. И зимние шины тоже у нас Макс. Оставляем. Усиленный турбо у нас не Макс. И деталей не хватает нам, чтобы седьмой уровень качнуть. Так, ну ладно, оставим, в принципе, как есть. И поехали. Так, здесь грязюка. Кстати, трассы из режима приключений, ребят, один в один. Копия. Копия из режима приключений, ребят, трассы те же самые. Эх, вот здесь бы немножко съехать с горочки. Проехали бы немножко подальше. Так, ребят, ну что, ну первой позиции пока что, это ненадолго, нас наверняка обгонят. Давайте, знаете что, попробуем, блинский, попробуем убрать и поставить с вами монетный ускоритель. Не знаю, что это нам даст. Сцепление теряется, конечно. Но зато за счет этих монеток мы с вами должны немножко ускоряться быстрее. Ну не знаю. Не знаю, ребят. Ладно, сейчас проверим. В принципе, у нас время есть. Еще полторы минуточки. Можно было, конечно, еще и крылышки попробовать нацепить. Как-нибудь, за место чего-нибудь. Надо, короче, экспериментировать. Пробовать. Других вариантов нет. Ай, опять в яму. Ребята, здесь надо было тормозить. Нет, ребят, на этот раз я хуже еду. Блин, на этот раз я хуже. Но я знаю, нас какой-то чех, что ли, обогнал. Да нас много кто обогнали, ха-ха-ха. Так, поехали. Я же говорю, они, наверное, они умудрились. Да что ты будешь делать? Так. Здесь тормозим, давайте вот так вот. Немножечко мозги включим. Где-то тормозить, где-то разгоняться. Нужно, наверное, чтобы грамотно проехать. 20 секунд остается. В принципе, наверное, должны успеть добить наше топливо. Или нет. Вот здесь тормозим. Потому что в яму залетать совсем ни к чему, ребята. Давай. Есть! Ну, у нас время закончилось. Ну, на 8 очков успели вылезти, ребят. На 8 очков все-таки успел вылезти. Так, 763 метра кто-то. Причем на супердизеле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, красавчики. Красавчики. Слушайте, а супердизель, получается, тоже здесь хорош, да? У нас супердизель-то есть. Но единственное, деталей у нас... Некоторых нужных нету, ребят. Так что супердизель для меня, наверное, не вариантик. Ну, ладно, ребят. Ну что, короче, 4 билетика потратили. Вот такой вот ивентик, связанный с режимом приключения. Трассы те же самые. Так, давайте откроем редкий сундук. Заберем награды. Ух ты, новые колеса на формулу. Ладно, неплохо.
Да, ребят, все пока на этом. Пишите, пишите, что в этих сундучках за 200 и за 500, потому что я не вижу, у кого этих наград нет, наверняка у них там что-то есть. Либо краска, либо водитель. Так что пишите обязательно, ребят, в комментариях. Ну что, понравилось видео, подписывайтесь на канал Папа Фан 2 Машинки. Еще подпишитесь на канал просто Папа Фан. Делитесь этим видео, ставьте лайк, не забывайте жмакнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем удачи, ребят, и до новых встреч. Пока-пока.